Привет, Барсенка. О, зёбка. Зёбка-зябки. Electronic Arts. Серьезно. Так вот. Отвратительный звук. А как? Подожди. Пятьдесят максимум? Да вы что, серьезно? Пип-пип-пип. Рашзиц или пимпл? Хм. Кого бы выбрать? Пимпл. Скажем, здоровый. На Игромир нет. Денег нет. Ох, ё. General Slaughter! 10,5? Что, трехметровый дядя, что ли? Бэм! На, сука. Тачдаун! Бэм! Что такое маме? Эмулятор. Так называется. Твой ход, Северная Аллея. Хороший ход. Бэм! Чё происходит? Чё происходит-то, ёпта? Ядрить, а ты суров. Чё-то мне кажется, на SNES немножко другая игра, нет? Что это? О, господи. Бр-бр-бр. На. Типа, можем Чика сходить на Игромир? Да я морально не хочу туда идти. Просто, ну, эти несколько часов в очереди, это просто вымораживает чуть-чуть. Ой, да кому нужен этот ваш Игромир? Денис. Ты же хочешь как косплеер поехать, ты же знаешь же, да? Ты же знаешь это. Меня убили. Кстати, это... Когда Игромир, ну и судя по всему, через дней 5. Наверное. Что я хотел сказать? Да я не хочу. Во-первых, там делать нечего. Играть я все равно там ни во что не буду. Это уже из года в год традиция. Дай ему поджопник святой. Так, подожди, что я хотел сказать? С годовщиной всех. С годовщиной, ребят. Знаете, какая годовщина сегодня? 22 сентября. Знаете, что это значит? Мне кажется, только мистер Никрайт может знать, что это значит. Короче, ладно, не буду томить. Годовщина выхода третьего Resident Evil. Вот так вот, как-то. Осеннее равноденствие. Ну, и это тоже может быть.
Кстати, насчет это вот этого равноденствия. Меня сегодня, знаете, на какой сайт не пустил? На Emo Paradise. Знаете почему? Потому что у меня дата не совпадает. Время, вернее. С сайтом. У них часы перевелись, у меня нет. Блин. Но он и правда 3 метра. Нормальный такой босс. И сколько ему лет? Вот если бы я знал. Навскидку. 20. Нет? Ну ладно. Я не помню. Я не помню, какой сейчас год. Слушай, а это босс же из предыдущих частей. Так он выглядел немножко по-другому. Ой, до свидания. Полетел кот в космос. Хоба! А я не фанат Resident Evil, я не знаю даты, я не знаю сюжетов подноготных. Я люблю в них играть. Разбираться в них я не фанат. Нихуя. Ханатх? Тачдаун! Да-да-да-да-да. Скоро монстры захватят город. Захватят. Чё это было? Ты, блядь, кто? You will die? В смысле? Это очень похоже на тот самый уровень. Ну, знаете. А можно я, допустим, Rush возьму? Хорош. И ты еще, блядь, что? Твой ход, северный олень. Butt kicking zone. Да уж. Не, ну так-то да. Автомат можно взять? Это уже, блядь... Это уже, блядь, не батл тотс, это уже какая-то контра получается. Хороший ход. Да. На! Ну, вертухи нормально мочат. Да, прям так, чтобы до костей убить. Ого, с топором. Давай, мочи, мочи, мочи. Ой-ой-ой. Подожди, это что, кровь? В батл тот с кровь? Интересно. С
смысле, я еще не насладился, погоди. Ага, нихера. Пол жизни одним ударом. Вы чё? Да вы чё творите-то? Это в натуре кровь. Кровь в Battle Toads. Что? Жесть. Неожиданно. Это что такое? Пизди их. Дичь какая-то. Так, надеюсь, меня... Вау, вау, вау. Давай. Ну, это, конечно, легче, чем любой другой Battle Toads, наверное. Ну, как, наверное. Это легче, чем любой другой Battle Toads. Во-первых, конты. Но игра крутая. Чё-то меня так прям жизнь улетает прям в момент. Давай зиц. Хочу зиться. Что он сейчас сделал? Он только что дрелью просверлил мыши голову. Ядрить. Эта игра жестока. По всем меркам. Игра полегче? Да игра. Нихера себе. Слышь, Алёня. Я думал, я умер. Вот это очень похоже, знаете, на что? На начало первого Battle Toads. Только немножко по другим углом. Такое ощущение. Какая-то, блядь, техасская резня бензопилой, серьезно. Да я угадаю. Надо ждать, пока он воткнет свои зубы. А что ты дальше будешь делать? Ебать. Серьезно? Охренеть. Да ну хорош! И ты посмотри на этот, это дичь какая-то. Видимо, чем больше дамага, тем быстрее он исчезает, как и... Это тот Battle Toads, которого никто не видел, да? Ха-ха. Давай. И вот о чем я как раз говорил. Он практически по умолчанию бегает. Вот почему нельзя было так сделать сразу? Сколько тебе надо дамага-то, ёпта мать? Алло. Ну что-то жесть какая-то.
Да хорош! Мау, мау! Ёб твою мать! Он ему голову отрубил! И кровь херачила в разные стороны. Это точно Battletoads, а не какой-нибудь, я не знаю, Splatterhouse? Ох, ёп! Ты, how you doing? А чё так быстро-то, подожди. Это всё? Уже королева? Чё-то подозрительно как-то. Я тебе, блядь, там поломаю сейчас. Сука, иди отсюда нахер. Хоба! 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 Давай. Не, ну это что-то жестоко какая-то игра. Столько жести за один раз от Battletoads-то. Ты ожидал такого? Я что-то вообще ни разу. Хоть там ломать-то, слышь, алё, чего вы там мучите-то все? Нихера не валют. До свидания. Я тебя знаю. По яйцам ему правильно. За член его схватил, просто отбил его. Что? Сука. Серьезно. Просто бедному чуваку в член набил. Игра. Полегче игра, ну. Ну, а я-то думал уже, а где сложность? А вот она. Смотри, она подвезли сложность, оказывается, вот. Там сейчас этот будет. Воу. Ну вот это уже я больше похоже на Battletoads. Ты чё такой чёрный-то весь? Вы из дымохода, ребят, что ли, или чё? Вы откуда такие? Это мыши-ниндзя. Мыши-ассасины одевают маски, чтобы их никто не узнал. Ага. Еще их это почему-то не дамажит. Окей. Интересно. Ой, я, кстати, вчера PS3 подключил к карте захвата, посмотрел такую картинку сок. Мне нравится. Ну а кто ожидал такой херни? Кто ожидал, что сейчас дверь откроется и там мышь сидит на унитазе и срет? На розовом унитазе, прошу заметить. Сказать нечего. Сказать просто нечего. Мышь на розовом унитазе. Срет. Ну а что ты еще скажешь? Ну срет она, все теперь. Че? Приятного аппетита всем. О, с бронежилетом. Ты че мне на ноги наваливал, слышь? Не, у меня что-то автоматы и Battletoads как-то плохо ассоциируются. На тебе. Слышь, а если я тебя сейчас в пипись настучу? Вот сика. Давай, молись. Ну все. О! На высокие ноты перешли.
чем он блюет-то? Заебись. А я уж думал, прыгать придется. Странно, что не было до сих пор уровня, где нужно на машинках кататься. И это очень странно. Как же уровень с машинками в Battletoads? Как же без него-то? А, вас теперь еще и двое. Ну чё, пацаны, давайте. Ага, то есть вас уронить не получится? Ну ладно. Давай еще раз. Давай, пимпл! Хуба! Да ну! Я вернусь. Что? Сюрприз, мадафака! Я вернусь. Что? Не думал, что я проведу себе, проведу этот вечер именно так. Буду стоять и стучать большим гигантским, гигантским крысам трехметровым по яйцам. Не думал я, не думал. Я сказал привет, Саню, привет, Салюр. Хова! Спасибо за фоллоу. Просто. Просто раздавил. Что творите-то? Добрые молодцы. Охренеть, они меня просто вынесли. Touchdown. Alright. Опять он срет. На этот тебе чтоб не срал. Не надо. Yes. В смысле? Сам eat this. На. Это гигантская мышь-переросток. Про табличку Brazers. Может. А может и нет. Но это не та любовь, понимаешь? А в Brazers любовь другая. Часом игра не от создателей и замечательного синдиката. Судя по надписи DEFCON, все может быть походу. Да ну, бля. Roar! Roar!
Ты там своими маленькими ручонками машешь мне. Сейчас лицо тебе сломаю. В 18 местах. Будешь знать. Уровни здесь чудовищно долгие, если честно. Сука, значит, так решили, да? Да когда ж вы сдохнете-то, алё? Вы чё? Подожди, я сейчас понял, что я ни разу не прыгнул в этой игре. До сих пор. Так, давай кого-нибудь быстрого возьмём. Rush, например. И всё? Ну да, понятно. Marvel vs. Capcom, мы же играли на... Ух, нихера там ей нарисовали! Ты чувствуешь, да? Вот это бупсы. Вот это... Ух, ниху... Ого. Я даже, да, сосочек вижу. Один. Второй, может, иногда тоже появляется, я не знаю. Обалдеть. Ого. Чё-то новенькое. Надеюсь, они не заставят меня её бить, а заставят меня её любить. Уж больно большую они ей грудь нарисовали. Не смогу я ее убить нормально. Слышь? Пилой с ноги не хочешь? Ты там ржешь-то. Сейчас приду тебе по титькам настучу. По мягким. Тихо. Спокойно. Спокойно. Слушай, ты сейчас доиграешься, женщина. Я просто думаю, если она сейчас будет прям сразу, я это... Эти, сука! Я не надо! Не надо! Не надо! Хаммер тайм! Не-не-не-не. Ну чё, крыса? Все? Хозяйка, выходи. Да, я думал, то сейчас прям сразу она будет. А нас обманули. Duke of Destruction. Mission complete? В каком смысле? В чем смысл? Какой-то странный бонус. Вылезай. Нахер отсюда.
Дай угадаю, это будет крыса. 23? Воу. Я-то уж думал, все. Нихера тут еще вон какие уровни завезли. Неожиданно. Ой. Тихо. Ого. Вот это было круто. Это что такое? Почему я бью каких-то леммингов, блядь? Кто это? Жесть. А, то есть это тоже надо было ломать. Окей. Нормально. Это что такое? Это что такое? Да это же не леминги, это какие-то эвоки, блин. С крыльями. До свидания. Нихера там клешня. Блин, здесь в разы управление отзывчивее, чем в любой другой Battletoads. Серьезно. Это вот у нас пауэр-атака, которая превращала меня в какую-то хуету. Пимпл. Да пимпла почти всегда нету. Вот в чем вся проблема. Он только в... Хотя нет. Он периодически есть. То есть, по-моему... Когда я играл за... За Рашу, все было как-то быстрее. На этом уровне, по крайней мере. Ну да. А здесь что-то какая-то дичь. На нахер. Просто очистили. Очистили территорию. Ого. Теперь ты все стреляешь? Ну, давай. Музыка какая-то не батлтотсовская совсем. Как мне кажется. Тара-та-та-та. Ну-ка, это норма. Только не факт, что это работает, по крайней мере, на NES-овской версии. Брум, 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 брум. А почему ты? Почему такие злые? Потому что там спрайты-то все одинаковые. А в первый Battletoads вообще, как бы... По сути, играть можно только за одну. Да ну давай! Дай, сделай! Ты сделай, ёпта мать! А здесь я не знаю. Здесь они разные хотя бы. Ну, по логике вещей, да.
типа один медленный, но сильный, второй средний, третий медленный, но сильный, типа того. Хотя за Рашем я замечал, что он и сильный, и быстрый. Как-то, как-то странно это. О-о. Робо-Ред. Кто, блядь, художник этих картин? Опять какая-нибудь крыса. Почему он с жопой в экран летит? Так, я умер, давай возьмем Рашу. Хочу Рашу взять. Он какой-то чрезвычайно убийственный. И быстрый. Ебать, просто одной атакой 4 хп. Ох, уж этот. Хоба! Давай, всех завалю. Уроды. Биг Блэк. Блэг. Кто это вообще? А темная королева, она сентиментальная, как я посмотрю, да? Это же наверняка ее типа дворец уже, да? Картины висят, ее прихуй с ними, что, блядь? Молчать. Молчать, сказал. Сюка. Свинья из Дюк-Нюкима. Получил. Ну, как-то быстро вышло. На, тащим. Бэм. 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 Свидули. Свинота, получай. Они прям ждут, чтобы я им поджопник отвесил. На. Привет, Android Dreams. И это кто? Робоманус? Больше похоже на чужого, если честно. Хватай его за яйки. Хватай его за яйки, давай. Да за яйки хватай, я тебе говорю. Да не, не за ко... Он меня что, сейчас своим... Я тебе его сейчас отобью. Толкнул он меня. Конечно, вовремя. Ты всегда вовремя, забыл? Ну, смотри, какой пиздец происходит. Да, ну жизни, конечно, утекают прям в момент. Вот тот, с которым никто не видел. Да. Куда? Хотел глянуть его на аркаде. Ну вот, глядишь. Так это понятно все.
Я так просто говорю. Я понимаю, что это просто тупо развлечение за деньги. Причем хорошее такое развлечение, если честно. Какой еще игре мы будем? Хватать металлическую крысу. Здоровую. Крысу-киборга, ладно, давай. Давай так, вещи называть своими именами. Крысу-киборга хватать за пах. И просто пиздить. Вермин. Это называется вермин. Очень злые жабы. Конечно, злые. Ты видишь, сколько крови в ней. Ну, она проще в плане того, что, во-первых, здесь нет гейм-овера как такового. Ну, то есть он есть, но ты нажал кнопку и пошел дальше. В этом плане она легче в разы, чем любой другой Battletoads. Ну и плюс... Монетки закинул и пошел. Ну чё, кто там? Ух, ё. Ох, ё. Ты ж жопа с ручкой. Ну, это прикольно. Это как я должен был увернуться от этого? Фига. Это прикольно. Давай-давай-давай, тащи. На дискотеке только под такому... Подожди. А. Ну, я говорил уже, что музыка, да, здесь какая-то не батлтоцовская немножко. Ну, видимо, они все в геймплей пустили. Все в облишко. В принципе, я за их за это не виню. Геймплей охерительный. Хотя я немного взрослый. В плане кровища. Такого в Battletoads никогда не было. Это удивительно. Но я доволен этим. Ну я бы на самом деле охерел, если бы у меня такие Battletoads были в детстве. Оинк. Хрю-хрю типа. Оинк-оинк. Что за уинк? Большая свинюха какая-то. О, теперь они быстрее, да? Ну ладно. Надеюсь, их будет поменьше. Бля. Бляха, я не понимаю, они издалека когда катятся, такое ощущение, что они как бы... Ау. Как бы едут, ну, хер пойми. Короче, как будто по одной стороне едут. Но на самом деле это не так. А!
Ну, мне не особо он как-то заходит. Он что-то это... Он здоровый, по нему все всегда попадают. Мне это не особо нравится. Они, блядь, хитро придумали, блядь. Поставили их вдвоем в одной комнате, в узком коридоре, блядь. Ты ему даже пописи не даешь. Что такое? Единственное, вот этот шлем, да, вот он хорош. Он прям до хера бьет. В смысле, издалека. Ну, блин. Ты, Джеди. Пятничную хренотень. Слышь, я тебе еще коленкой твоей, блядь, член тебе отобью, слышь? Крысота. Какие розыгрыши. Я же говорил, что это будет крыса. Suckers! Suckers! Да, он здесь какой-то слишком большой уж. Ты, сука, да, я тебя ударю. А причем все розыгрыши и потратить. Ебать! На нахуй. Ёж? Он разве ёж? Я всегда думал, что это крыса. Да сука! Да сука! Так. Сука, все равно попадает ведь. Что такое? Не нравится? Сика. Просто был бы он ёж, у него, наверное, были бы колючки как-то, нет? Опять ливень пошел. Херово. Да сколько тебя опять-то бить надо, ну? Ну, модельки отличаются в плане... Они хотя бы разные, это во-первых. Во-вторых, у каждого какая-то своя это... анимация ударов. И это круто. Это сейчас крыса сказала? Должен убить всех людей. Да и дрить он, конечно, валит. Да сколько тебе надо бить? Иди нахуй, ты заебал уже, блядь. Машина! Ой, что такое? Пупок развязался. Ой, полетай, ёпта, возвращайся. Я тебе еще поджопник дам, блядь, просто такой. Сколько бы ты бабла просадил на игровых автоматах? Ну хз. Я не фанат игровых автоматов за деньги. Робоманус. Это тот, у которого голова, помните, выдвигалась. Ебать.
Внезапно. Внезапно это уже больше не Battletoads. И это контра. Официально заявляю. Hurt! Hurt! Что? Что? Ой, да ладно, еще пауэрапы есть. Охереть. Прикольно. Да! Охереть. Да, у меня есть суперудары. Я в курсе. Возможности пока нет. И желания. Вот это супер удар. О. Да ну сколько можно-то? Ай! Ну это уже черепашки ниндзя пошли. Что-то изи. А, доброе утро, Хермайер. Давай. Тащим. Давай. Тихо. Престалкер. Вот такие жабы. Я, пожалуй, буду просто вверх стрелять. Корабль не упадет наш, надеюсь. Из-за того, что на него падают какие-то обломки. Не, ну там мало ли. Дичь. Ну, это червяк Джим. Ну, серьезно. Без шуток, это червяк Джим, вот сейчас. Да, абсолютно такая же херня была.
Давай, давай, давай. Вау. Это что-то новенькое. Да ну... Сдохни уже, ну. Уровни здесь, конечно, чудовищно долгие. Фух. Да это не такая машинка. What the fuck? Что происходит? Да ну брось. Ай, жесть. Прорисовано. Ну, кроме врагов, ничего не повторяется. Я ему руку, что ли, отбил, не пойму. А, нет. Пиздёж. Давай, давай! Да иди ты нахуй! А чё у меня аватарка покраснела? Теперь он Шреддер. Ага. Да подожди ты. Куда тебя стрелять? В руку? Да ну в смысле? Да ну ты брось! Как в это стрелять-то, говно? Не стреляется нихера. Я лучше вот, да, вот так вот. Все, что ли, блядь? Говнарь. Да, конечно, тут косяк тот еще есть с поворотом пушки. Че? Бля, я думал, ты труп, все. Парень, я думал, ты труп, парень.
И еще как бы бегать нельзя, пока стреляешь. Ведь это было бы весьма полезно в данной ситуации. Мне приходится стрельбу отпускать, чтобы пробежаться чуть-чуть. Конечно, батл тот с винтовками — это перебор. О, сверли его, ебать. Выжжем ему мозг херам. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай. Чекуля. Чекуля, тащи. Да ну брось. Раз. Два. Это да. Это да. Делать боссов такими длинными — это, конечно, жестко. Я вернусь. Ой, глаза устали. Я вернусь. Что-то подожди. Что происходит-то? Все, что ли, прошли? Или что? А как же сиськи? Все дела. Как же завет? Победить злую королеву, ну, где это? Ну, а чё, в смысле? Ну, это так нечестно. Привет, Харви. Нам показали только на заставке эту королеву. Она была классная. Все? Ну, так нечестно. Ну, это нечестно. Я хочу... это... Чего я хочу? Хочу это... ту женщину побить. Она меня бесила. Ну, в смысле, она классная. Визуально только, правда, ну ладно. Нет, я не люблю Warcraft 3. Все, что после Warcraft 2, для меня незаконно. Я устал, молча стрим смотрю. Посмотри. Ой, глаза устали, серьезно.